Танцевали онлайн, но награждение в формате живого общения. В Самаре устроили праздник для детей, участников танцевального марафона с особенностями здоровья. Когда в период ковида невозможно было встречаться, проводить вот эти все встречи непосредственно с участием детей и членов семей. Но хотелось, чтобы были дети вовлечены, да, чтобы разнообразить вот это вот их время, которые находились все дома. И тогда мы придумали вот этот вот конкурс, онлайн-конкурс, танцевальный марафон. Многие дети, конечно, имеют вот ограничения в движениях, но у нас здесь ограничений никаких нет. Как говорится, вот конкурс без границ. Все номера участники записывали на видео и отправляли организаторам. Жюри оценивало оригинальность и эмоциональность исполнения. Так как среди разной категории инвалидов детей нельзя провести первое, второе, третье место, поэтому было отобрано самые яркие номера. Это 5 номинаций. У каждой номинации имеется свое название. И остальные все это то, что приняли участие в этом конкурсе. Мой ребенок участвовал в конкурсе с братом. Этот конкурс был для нас впервые. Сегодня мы участвуем в награждении. Замечательная вообще атмосфера. Все очень нравится. Спасибо большое. Благодарна очень организаторам. Кульминацией праздника стал поход в контактный зоопарк, где дети смогли погладить и покормить животных. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.